Мы любим детей и их родителей. Мы хотим, чтобы детям у нас было интересно, а взрослым комфортно. Поэтому каждую субботу и воскресенье в ресторане «Гёдзе» проводятся детские выходные под названием «Страна чудес». В этой стране у каждого маленького человека появляется возможность проявить свои творческие способности. Например, самостоятельно приготовить блюдо. Вряд ли дома мама позволит сделать это. А в «Гёдзе» – пожалуйста, насколько хватит умения и фантазии. Ребят, берем ложечки, мажем соус на тесто и выкладываем начинку. Мы сегодня как раз будем с вами делать вот такие веселенькие открытки или сердечки. Я делаю открытку. Дарю я маме с папой. Сказочные персонажи «Страны чудес» не только веселят ребят, но и помогают им сделать своими руками подарки для мам и пап. Нет ничего вкуснее приготовленного своими руками. Даже самый отъявленный малоежка с удовольствием съест все без остатка, еще и пальчики оближет. Ведь аппетит приходит в хорошей компании. Нам действительно понравилось, что сегодня такая прекрасная анимационная программа. Да, здесь замечательно, здесь прекрасно, здесь очень хорошая кухня, да? Мы очень рады, что нашим детям нравится. Да. Очень вкусные суши, бесподобные суши, самые вкусные. Вкусная пицца. Вкусная пицца, да. Очень хорошо, что родители вместе с детьми могут провести свой воскресный досуг.